Да, сегодня непростительно для нас 2-0 вести и отдать свою игру. Это, да, безобразие. Очень плохо после второй шайбы начали играть. Ошибки допускать, удаление. От этого все пошло, и игра сломалась у нас. Ты говоришь, что после второй шайбы пошли удаления, а вот конкретно почему? И вообще во втором периоде было много штрафа как с одной, так и с другой стороны. Вот я и говорю, игра сломалась из-за этих удалений, и у нас она вообще потом сломалась. Эти 4 шайбы пропустили ненужные. Когда забивал Робин Ганзел, ты что делал? Отдавал или все-таки щелкал по воротам? Нет, отдавал. Куда я хотел ему отдать, просто в пушку попал. Ну, рикошетил, удачно для него. Хорошо, планы на автомобилист, что делает команда в выходной день между матчами? Завтра у нас работа над ошибками, надо посмотреть все это, исключить ненужные вот эти ошибки, которые у нас были. И автомобилист выходить, забыть про эту сегодняшнюю игру, и надо обязательно выигрывать.